У мамы в теплице тут эксперимент. Можно прочитать из журнала «Шанс» любые советы. Но совет номер один. Чтобы вода сохранялась в теплице, нужно прикрывать землю какими-нибудь подручными средствами, как то газеты, журналы, всякие чокопаи. Тут вот кабачки уже начинают расти, надо их на улицу. Вот будем сегодня высаживать с мамой. Огурчики тут пошли, вот. Мама вот такие мешки сажает. А потом все это на улицу, на грядку. Ну, на грядку такую, на гряду. Вот. В общем, огурцы тут читают газеты, журналы. Бархатцы вот еще тут не высажены. Перчики. Что-то тут у мамы все тут понамешано. И огурцы, и перцы. Ну, холодно было. Вот вчера плюс 10 было, сегодня уже вот плюс 20. Вот, да. Красота. Зелено все в траве. Вот тут флаг наш развивается, рябининский. А вон Танюханчик моет посуду. Тут еще немножко вот на углу там калина. Господи, типа Бангладеш. Слово. Такое, мама спрошу, как сорт называется. Так что вот так тут красиво.